Салют! Всем привет, друзья! Сегодня с вами я хочу поговорить о том самом нашумевшем высказывании Марии Шукшиной. У меня просто держаться нету больше сил. Все фейковые СМИ, полуоппозиционные СМИ, оппозиционные, много моих знакомых на всей округе твердят о том, что Мария Шукшина высказалась в лицо правительства, застала премьер-министра Мишустина врасплох, сказала, что у нас идут социальные эксперименты над людьми из-за коронавируса и уничтожение человечества. И большинство из людей, кто так говорит и верит в это, они просто не смотрели высказывания. Наберите поисковой запрос на YouTube, и вы увидите и услышите, что имела в виду Мария Шукшина. В своем высказывании она сказала, что вирус бескультурия намного страшнее, чем популярный сейчас коронавирус. То, что у нас идет деградация населения, люди перестают между собой дружественно общаться, все как-то начинают жить обособленно. Снижается культура речи, культура общения, культура и какие-то маленькие правила выражения своих мыслей. Якобы это большой социальный эксперимент. Да, я допускаю, что подобные программы запущены в человеческое общество, и они как-то способны повлиять на нас. Но это было задолго до коронавируса. И коронавирус она привела просто в пример, как дополнительное отягчающее обстоятельство. Она хотела нам сказать то, что вот эти все программы, направленные на деградацию общества и снижение культуры речи, разработаны и внедрены очень давно. То есть эта ситуация с QR-кодами и масками способствует усилению тех запущенных программ. И она просила прекратить все вот эти, связанные с коронавирусом, защитные манипуляции. Вот и все. Выражение про социальный эксперимент было отнесено к тем, повторюсь, программам, про которые она имела в виду. Но она не сказала, что инфекция коронавируса является экспериментом. Не путайте, пожалуйста. И если вы в чем-то не согласны, можете мне написать в комментариях. Но перед этим посмотрите ее высказывание, и вы все поймете. И напоследок, друзья, я хочу вам сказать. Никогда полностью не доверяйте тем фактам, в которых вы еще не убедились. И небольшой подскриптум. Я не агитирую на прививки, на маски и все такое. Но при соблюдении необходимых мер мы быстрее победим эту злостную пандемию. Всем здоровья, всем пока.